Всем доброе, предоброе, предоброе утро. Да стоят они, стоят, тебя ждут. У нас новый день. И сегодня у нас четверг вроде бы. Да? Чудо-перышко. И мы шагаем на автобус. На остановку. Тайсон со всеми здоровается. Да, Тайсон? Ой, потягушки. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем добрый день. У меня Оксана делает уроки, но я решила попугая переселить в другое место и выставила попугая на продажу. Если кому надо, то пишите. Продам также за ту стоимость, что и покупала, за 1500 рублей. Вместе с клеткой и со всеми причиндалами, что я вот ему купила. Если кому надо, пишите. Оксана делает уроки. Оксана делает уроки, я стираю. И хотела, знаете, что сделать? Сейчас хочу расстелить одну простынь. Вот эту вот с домами, которая мне пришла. Меня попросили показать именно рисунок этой простыни. Ну и попробуем потом как раз Оксане на койке поменять, да, Оксана? Рисунок этой простыни, я не знаю зачем. Ну вот такой вот рисунок, ребята. На простыне очень красивый. Дома. У нас есть такой комплект постельного, но там простынь идет не на резинке. Поэтому мы заказывали вот такой вот на резинке. Так, Оксаночка, делай уроки. Я сейчас с телефона покажу. Я сейчас просто вот так вот постелю здесь. И покажу вам. Я не знаю зачем, но меня попросили, я показываю. Так, вот такая вот, смотрите, она. Классно вообще. Сейчас как раз Оксане поменяю вот здесь вот постель. Да, Оксана? Угу. Видите, как мы делаем уроки? Вот нас спрашивали. Мы сначала обязательно пишем на черновике. Вот это у Оксаны черновик. И чтобы она не путается, она тут зачеркивает. А потом переписывает уже на все аккуратненько в чистовик. Сейчас Оксана будет дальше уроки делать. Ну, а я поменяю постель у Оксаны. Да, Оксаночка? Так, твой портфель пока я сюда поставлю. Не наделай руки. Пойду сейчас на кухню, попью кофе, сделаю себе кофе, а то у меня голова очень сильно болит. Я немножко тут расстроилась, но не в этом суть. Сейчас на маленький штатив, слушайте, так классно, так удобно, мне вообще понравилось ставить штатив вот так вот. Только что-то немножко приподнят его. Только вам темно, да? Я сейчас просто хочу кофе себе навести. Попить кофе надо. Попью кофе и скоро в садик через полчаса идти. У меня сегодня весь день опять окна открыты. Везде. Надо закрыть, кстати. А то сейчас у меня Оксаночка тоже дома.
Сейчас попью кофе и пойду в садик уже. Как поставить, даже не знаю. Так вот, наверное, вас поставлю, так будет неудобно. И в садик пойду за Мариной. Катя у меня приехала, переоделась, быстренько убрала вещи и поехала на танцы. Сегодня у нее танцы. Ездит по танцам. Лекарства Маша заказывала, смотрела, где подешевле, чтобы заказывать. Аппарат заказала, некоторые лекарства заказала. Ждем, 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 ждем все. Как придет, будем курс начинать предписаний. Да, так что вот такие вот дела. Сейчас Оксана там. Оксана, принеси рисунок, пожалуйста, я покажу. Оксана, рисунок нарисовали. Безопасно беречь природу, если вышел в лес, например, как беречь природу. Окси, принеси, пожалуйста, я покажу, что мы с тобой нарисовали. Оксана, ну принеси сюда, я покажу быстренько, а потом будешь дальше раскрашивать. Сейчас принесут, покажем. С Оксаной мы нарисовали. Так, смотрите, это она раскрашивает, это что? Костер. Да, костер, дрова, то, что нельзя, деревья и еще деревья. И на потом черным фломастером вот так вот перечеркнуть. Это же нельзя. Тут докрасишь еще голубеньким, да? Mm-hmm. Потом здесь то, что нельзя, рубить деревья вот так вот, но она еще не раскрасила. Потом здесь, что нельзя, ловить бабочек. Нельзя ловить рыбу. И нельзя цветочки давить. И написали правила поведения в лесу. Вот такой рисунок. Мы с Оксаной, иди разрисовывай. Сейчас мы скоро с ней в садик пойдем. Она со мной хочет в садик опять идти. Постирала сегодня уже 3 раза. Воду мне Егора вытащил. Потом после садика приду и еще поставлю стирку. Надо еще постирать. Сегодня поменяла у всех детей постельное опять. Я чаще всего меняю постельное это у Оксаны и у Маши. Так что вот так вот. И сейчас уже надо будет идти, идти, идти в садик. На вечер хочу после садика приду, поставлю сырники в духовочке, сделаю. Опять дети вчерашние все съели сырники уже. Надо сделать свеженькие. Оксана, ты доела сырники? Здесь на тарелке лежали 2 штучки. Ты доела? Нет. Нет? Ну, значит, Егорка доел. И булочки у них еще, булочек осталось много, поэтому сегодня выпечку я не стряпаю. На вечер еще хочу сделать в духовочке или котлетки, или что-то. Или курицу запечь. У нас есть каша гречневая с кашей. Оладушки. Да? Оладушки нет. Сегодня я печку топить не буду, дома жарко. Завтра буду печку топить, завтра уже оладушки сделаем. Ладно, пойду попью кофе и таблетки выпью, а то давление что-то вообще упало. И будем собираться в садик. Всем хорошего вечера. Оксана тут, у нее творческий беспорядок. Вот так вот всегда у нас дети делают уроки. И дорисовывают последнюю картинку. Молодец, умница, старается. Сейчас приберется и в садик, да, пойдем? Маше ей отдала вот этот вот пенал, который Маше, по-моему, его, да, прислали ведь. Маша сказала, в портфеле места и так мало, неудобно ей, на себе какой-то другой пенал взяла. И вот Оксана себе его забрала. Что-то у нее, сейчас посмотрим, что там у нее в пенале есть. Карандаши там у тебя? Сейчас посмотрим. Вот такой вот пенал, короче говоря. И смотрим. Тут пусто, весь исчеркано уже. Карандашики. Фломастеры. Плюс у нее еще вот такие вот фломастеры. Ручки. А это что, простой карандаш? Нет, цветной. Пластик. А где простой карандаш? А, вот. А у тебя же другой был простой карандаш. Опять все потеряла? Ну ты чудо. Давай, давай, дорисовывай. Да в садик пойдем в это время. Давай, прибирай. Все, дорисовала. А черным перечеркнуть забыла. Где черный фломастер? Это же запрещено в лесу делать. Значит, аккуратненько перечеркиваем.
Вот, умничка. Все, вот такой, ребята, получился у них. А это ввести красиво. Да не, ну можешь черным, по идее, можешь любым сейчас другим цветом. Маленьким черным, ну давай пиши. А вы обязательно, подписчики, поставьте ей оценочку. Оксана, убери пока ручки. За эту картинку ставьте оценку. Все, давай дорисовывай, я жду тебя, идем в садик. Вот у нас время уже, кстати. Тетя, время 6:00. Пора в садик идти. У нас вечер. Жду Оксану. Все, оделся. Двери хорошо закрывай. Оксана со мной в садик идет. Мы шагаем в садик. Шагай вперед. А? Нету жвачки у меня. Закончилась. Надо, кстати, купить жвачку, да. Ладно, идем. Смотрите, у нас тут лужа стала. Надо опять этот снег откидывать. Я вчера откидывала. Немного закидывала эту лужу. Снег тает. Из-за этого вот так вот и получается. Надо опять приду, опять закидать. С садика придем, лопату возьмем и закидаем, да? Оксана, в сапожках. Вот многие спрашивали, с Германии носит. Нет сапожки? Да, носит. Сейчас хорошо, да, Оксана, не ходить. Сейчас расходилась, немножко получше стало. Что такое у тебя? Это... Ты как ела там эту вкусняшку, да? У нее тут вкусняшку ела, так и осталось. Булочку, да. С сахарной помадкой, да. Жвачки. Жвачки тебе? У тебя какая? У тебя и так зубов нет, какие тебе еще жвачки. Я люблю мятные жвачки очень. Шапку поправить. Ушки закрываем. Тайсон, ты что гавкаешь? Ты что гавкаешь? Ладно, шагаем. В садик, всем хорошего вечера.